Смотрите, друзья, дырявое здание, дырки, наверху зона прогулочная, любят они всякие на крыше делать, такие зоны интересные. Котенка, тебе нравится вообще архитектура в Китае? Здесь же вот куча таких дырявых зданий, зданий с мостами, соединяющих там здания, да? Много всяких таких зданий. Ты вообще можешь что-то сказать про архитектуру в Китае? Я могу сказать то, что мне нравится. Большие окна и что много стекла себе китайцы позволяют делать. Большие окна в квартирах. Опять же, нет дубака российского. Может сделать гигантские стекла. Они могут себе позволить делать металлические рамы. Это, конечно, в старых зданиях больше. Сейчас в основном везде пластик. Вот. Мне нравится, что большие окна. Причем они большие настолько, что будут от пола до потолка. Аквариумы прям. Вот это здорово. Все здание может быть стеклом практически сделано. Имеют жилое. Не небоскребы даже. А вот жилые здания. А ты чувствуешь здесь какую-то вот именно азиатскую манеру строительства? Или можно сказать, что там какая-то там европейская, там что-то такое? Какой-то там... А, ну если это считать... Стиль строительский, там барокко, там так далее. Да нет, ну... азиатская архитектура здесь только в парках в основном. Вот эти загнутые крыши. Да, ну то есть что-то такое традиционное. Просто уголочком. Какие-нибудь там беседочки сделают и все. Какие смотрите, большие листья! Вообще, да? Класс, смотрите, какие листья. Смотрите, а вот здесь какие листья. Это же бананы. Бананы? А, слушай, да, бананы уже такие же, самой-то росли. Бананы растут, друзья, смотрите-ка. Смотрите, вот маленькие бананы. Нет, это не бананы. Это не бананы? А, это типа не бананы. Это типа монстеры, вон они. Ну, типа, это и есть монстеры. Ну, просто монстеры обычно... Да, да, смотрите, друзья, это банановые пальмы. Ой, давай постоим, как мне вас, да? А вот туда смотришь, Кать, смотри, как будто бы березы. Так, давайте-ка вот здесь еще посмотрим. Здесь что? Где? Котенка, вот смотря на такие джунгли, возможно, у кого-то возникает вопрос. А может быть здесь куча всяких гадостей фантастических ползает? Фантастических тварей. Каких-то змей, пауков там и так далее. Так, наверное, кто-нибудь ползает. Нет, я точно знаю, что ползает. Друзья, пойду. Ну если в целом говорить вообще, здесь этого ничего нет. Ну вот если в целом, то никто никогда их не видит. Конечно, я вот в Чэнду лично видел змею, и то убитую в парке. Вот я про это вот, сказать. Маленькую, да, там пауки на первом этаже, кто люди живут на первом этаже. Вот у них там всякие пауки. И, ну, конечно, самые частые гости, это, конечно же, тараканы. Это Джангнанг, это везде, везде, везде. Тараканы, они даже до 29 этажа у нас добирались. Даже они прилетали, они летающие, здоровенные, летающие такие, прилетают, может, в окно, окно открыто, прилетит тебе прямо в окно таракан. Представляете, на 29 этаже, обалдеть, да, казалось бы. Вот он такой бегает, они бегает, даже здесь какие-то спастись. Сумасшедшие тараканы, Египет. Как можно летать на такой высоте? Ну, можно. Офигеть. Ну да, здесь я только хотела сказать, что по траве в парках ходить небезопасно, потому что могут быть змеи, действительно. А все остальное, да, ты правильно сказал. Здесь просто... Ну, не то, что прям змеи здоровенные, маленькие какие-то, маленькие, они не будут большие. Здесь. Во-первых, здесь очень часто везде делают такими большими трубами, которые похожи на этот, убиратели листьев, когда вот воздухом листья чистят. Так, такие дезинфекторы. В Америке листья. Дезинфекторы. Да, они дезинфицируют вот так. Не дезинфекторы, а дезинсекторы. Дезинсекторы, да. Да, и вот это такой сильный запах, что даже людям... тяжело его рядом находиться. Вот тут все убивается, потому что в таком климате обязательно будут плодиться всякие насекомые. Ну и плюс еще китайская анчуэнди, безопасность в первую очередь. Это, конечно, здесь сериалы их обитания всяких животных, ну, нарушены. Вон, я хотела тебе показать, вон там арбузы растут, бананы вон там будет. Миша, видишь, вот это фиолетовая вот эта штучка, да. Смотри, друзья, вот эта штучка, из нее будут, она будет обрастать бананами. Нет, она начнет сначала цвести, там цветочки будут. Ага. Потом вот здесь цветочки. Слушай, а бананы уже это же тычинки, да ведь? Нет? Это цветочек.
А, банан цветочек. Их так много прям цветочков? Ну, может, это сам банан, может, из пестика, скорее всего. Из тычинки развивается, скорее всего. Говорил. То, что тычинка — это мальчик, а пестик — это девочка. Ты же мне об этом и говорил. Давным-давно. Возможно. Не, ну посмотри, какой размер. Офигеть вообще. Обалдеть, вы смотрите. Здоровенные. Уроди туда телефон. Хоть раз посмотри. Слушай, было бы здорово, да, смотришь. Вот реально, да, шалаш где-то встроить. Вот как в Аватаре. В джунглях. Помнишь, это вот, они пожалуйста. Прыгали? По листьям. Да. А это вот что? Крышу можно сделать для шалаша такими гигантскими листьями. Это что, сюда супки, что ли, ставить? Нет, ну здесь цветочки должны ставить красиво. Потому... Я не сообразила. Правильно. Чтобы было. Класс. Ну, пойдемте дальше. Видите, и вот ой, люди живут прямо вот на это все смотрят. Розовые фрагментарии. Красиво. И вот их всегда не достать.